В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлоты хохотушки хохотом хохотали. Кричали турки, который начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку. Купил чекипу пик, лучше пикипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылами изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали в то время кралась Кларю. Пока Карл Клары карал и крал за то, что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Деготниковой вдовы Варвары два этих бора дрова воровали. Но грех не смех не уложить.